Ворша – один из самых старажитных городов нашей краины. У 1920-е годы аршанское городище доследовал славутый белорусский навуковец Александр Миколаевич Ляуданский. А у 1960-е годы его вывучением занялись супрацовники и студенты БДУ. Керовником экспедиции з'являлся историк и археолог Юрий Иосифович Драгун, тады выкладчик кафедры истории СССР. У 1963 годе ён узначаліў універсітэцкі археалагічны атрад і да канца 1960-х гадоў праводзіў раскопкі сярэднявечных помнікаў Мінчыны і Віцебшчыны. Археолагі БДУ пачалі даследаваць дзяцінец старажытнай Оршы ў 1965 годзе. На працягу 4 сезонаў студэнты-гісторыкі праводзілі сваё лета на маляўнічым беразе Дняпра. Необходимо было снять и переглядеть десятки кубометров культурных напластований, каб знайсти тие речи материалы, якія заховывала земля. Потребовалось терпение и аккуратность, добросумленность и упорство, каб отшукать у земли разностайные речи, от чарапка убитой посуды до дробнютких бусинок, каб расчистить и зафиксовать амаль незауважальные следы старожитных драуляных побудов, вымощению, печов. Гэтыми словами одночи охарактеризовал звычайный обудний практикантов Юрий Иосифович. Шматгадовая кропотливая праца принесла свой плен. Экспедиция БДУ выявила планировку и забудову старожитного города, вызначила дату возникновения Орши как поселища городского типа, собрала богатую коллекцию средневечных речей. Археология любит настойливых и упартых.